Доброе утро, коллеги. Я расскажу, что может ультразвуковая диагностика при выявлении злокачественных и доброкачественных образований щитовидной железы. Мы знаем, что ультразвуковая диагностика до сих пор является ведущей модальностью. К сожалению, опухоли щитовидной железы с неуклонно появляется рост в последние десятилетия. И, как теперь принято в 20-м столетии, мы выявляли меньшее количество пациентов, а теперь уже более 40% мы выявляем из узловых образований. Это широкое внедрение ультразвукового исследования и, конечно, появление аппаратов экспертного класса. И, к сожалению, предполагается, что уже, возможно, в наши 19-21 годы третье место может быть рак щитовидной железы у женщин по данным ракового регистра. В задачу ультразвукового исследования входит выявление очагового образования в Б-режиме, также сертификация образования по категории ТАЙРАЦ различными методиками, образование при уже выявлении 4-5 подгрупп или 3 категории мы выполняем наведение тонкоигольной биопсии. Также ультразвуковое исследование широко используется при интероперационном при операции, потому что бывают узловые образования, которые не выявляются точно при дооперационном этапе. Осуществление навигации при криоабляции и термоабляции. И сейчас уже идет разработка ультразвуковой абляции, это HIFU технологии, нашим как раз российскими производителями, которые могут производить абляцию узловых образований, в том числе и в щитовидной железе. Алгоритм мультипараметрического исследования, который сейчас принято называть, это Б-режим, который мы знаем, сершкальный режим, доплеровский режим методики, и широко внедрены в практику с 2008-2010 года уже компрессионная эластография или эластография сдвигаемой волны с их качественными, полуколичественными и количественными характеристиками. И с 2014-2015 года в федеральном центрах применяется еще и контрастно усиленная ультразвуковая диагностика узловых образований. В Б-режиме по категории ТАЙРАЦ мы выявляем сначала, как вы все знаете, большие признаки злокачественности, это значительное снижение эхогенности узла, ее вертикальная пространственная ориентация, наличие микрокальцинатов, неровные бугристые мелкодольчатые нечеткие контуры. Это, как правило, по типу локализации, в 90-95% это ощущается у папиллярного рака. А в малые признаки это умеренное снижение эхогенности, неравномерное снижение эхогенности, округлость формы узла, неравномерная толщина хау вокруг узла, наличие уже макрокальцинатов, акустическая тень за узлом, при эластографии высокая жесткость и патологический сосудистый рисунок. И при этом мы направляем на тонкоигольную биопсию эти узловые образования, но мы видим в левой половине слайда, что с этими характеристиками в Б-режиме оказалось при цитологическом исследовании разные, в первом случае папиллярный рак, во втором случае узловая форма тиреидита, в третьем случае коллоидный узел. Тонкоигольная биопсия, ультразвуковая диагностика, как правило, это наведение при малых размерах узлов таргентно, и это относительно безопасный, недорогой метод, нет воздействия радиации, но и имеется иногда ложно-отрицательные результаты и менее эффективно при многоузловом зобе. Мы в нашем институте применяется классификация цитологическая ТЭСДА в 2010 году, которая была принята, но есть ряд типов этой классификации, которые, как правило, это фолликулярная неоплазия типия, которые не могут сказать точно, какие именно узловые образования мы выявляем. Патологический рисунок выявляется при доплеровской характеристике только в 50% случаев. Это формируется тип кровотока смешанный или центральный, характеризуется известностью ветвистой обрубленной неравномерно расширенными сосудами. Эластография выделяет компрессионную эластографию, эластографию сдвигаемой волны. Сейчас в аппаратах и премиум экспертного класса есть содержится или компрессионная, или эластография сдвигаемой волны, иногда и обе эти методики. Для эластографии и эластометрии это
еще раз хочу сказать, это дополнительная методика к Б-режиму, и высокая жесткость узловых образований характерна, как правило, для жесткого или потного рака, это папиллярный рак, и по данным Европейской ассоциации ультразвуковых врачей, диагностическая точность это 91-96%. Но нередко злокачественное образование имеет и среднюю низкую степень жесткости, это, как правило, фолликулярные и медулярные раки. И поэтому активное применение эластографии до сих пор в дисциплинарной диагностике до сих пор несколько ограничено. Существует качественная оценка, это паттерны эластичности, всех их знают, и критерии Рейга и Астерия. И также мы можем еще характеризовать узловое образование по коэффициенту деформации, которое при компенсионной эластографии в среднем по данным Хатро с высокой чувствительностью и специфичностью обладает. В среднем у нас коринция 3, ну от 2,5 до 3,37 единиц. При сдвиговой волне применяется точечная эластография, которая позволяет также оценить скорость сдвиговой волны в выбранной зоне интереса при серкенштайнной эхографии, и пороговые значения уже измеряются в метрах в секунду и колеблется от 2,4 до 4,7 метров в секунду. И двухмерная или Шавье, которая также определяется паттернами окрашивания, которые, как правило, мягкие, как раз наоборот, в синей шкала, а промежуточный светло-голубой и зеленый, желтый, наоборот, и красный – это жесткие участки. И дифференцируются пороговые значения от 2,2 до 48 килопаскалей. При эластографии сдвиговой волны она показала более информативно как раз при кистозных и кистозно-солидных узлах и более... Конечно, мы все знаем, что есть ограничения. Это когда есть высокая пульсация сонных артерий, это какие-то выраженные кальцинаты в узловых образованиях. При высокой жесткости узловых образований мы можем правильно не прокрасить узловое образование, даже если оно является злокачественным. И достаточно сложно эти изменения выявляются при выраженном аутоиммунном тиреидите, особенно при тиреидите Хашимото. Что касается контрастно усиленного ультразвукового исследования. К сожалению, мы применяли тогда зарегистрированный Санавью в разведении 5 мл физиологического рассорда. Внутривенно вводилось 2,4 мл контрастного вещества. Применялось это низкоамплитудным механическим индексом, который программа аппарата. И время исследования, первое исследование 30 секунд, и дальше продлевалось, если нужно, до 1,5 минут. К сожалению, это исследование проводится только одного узлового образования щитовидной железы и также различает возможность, есть количественные, мы выделяли паттерны контрастирования и количество анализа как таковые Т-кривые, которые можно также произвести на аппарате. Уже мы видим по несколько множественное количество статей, которые рекомендуют использование уже мультипараметрического ультразвукового исследования и сочетание методов эластографии любой методоэластрофии и контрастно усиленного ультразвука дирекциональной диагностики дает достаточно хорошие результаты по чувствительности метода и специфичности. Показания к применению контрастного ультразвукового исследования – это многокамерные сложные кистозные образования, которые имеют выраженный внутрикистозный компонент и неоднородное содержимое. Выявление, если в Б-режиме мы выявляем какие-то узловые образования, и мы классифицируем их по ТАЙРАС 4-5, но не можем точно сказать, какие именно узловые образования. Пробовали именно исследовать фолликулярные опухоли с выраженным кистозным компонентом. При выявлении остаточной ткани щитовидной железы после операционном периоде и при рецидиве изменений, и также оценка эффективности лечения во время и после радиационной абляции, мы тоже покажем эти исследования. Для доброкачественных узлов при цитологическом Бетезда-2 характерны были кольцевидные контрастирования, чувствительность и специфичность, вы видите, достаточно высока, и изоконтрастный паттерн, когда по
полностью окрашивается, как щитовидная железа, мы видим сосудистые, нет, не видим сосудистых изменений. И гиперконтрастный паттерн, когда появлялось контрастное вещество в узловом образовании и достаточно долго задерживалось и выбывалось где-то на полутора минутах. Для злокачественных узлов характерно было гетерохогенное контрастирование, неоднородное с нечеткостью контраста, гипоконтрастный паттерн контрастирования, когда снижение контрастирования и центропериферальная перфузия контраста. И несколько примеров, которые мы видим, это в B-режиме мы видим гипохогенное узловое образование с нечетким неровным контуром. При режиме доплеровского картирования мы видим, что сосуды присутствуют асимметрично в вершине образования. Но при применении контраста введения мы видим, что контраст поступал только по периферии образования и кольцевидно, что и видно при видеофайле. И видно, что в центре практически нету контраста, то есть тип кривой первый. Это оказалась сложная киста с геморрагическим содержимым. И еще два примера практически одного возраста женщины. Мы видим в первом случае гипокогенное образование с нечетким контуром. Во втором случае практически такое же образование сниженной хогенности небольших размеров, асимметричный кровоток, несколько усилен во втором случае. При компрессионной эластографии мы уже видим, что первое образование достаточно эластично, с низким пороговым коэффициентом жесткости, второе образование жесткое, и коэффициент жесткости повышен. И при введении контраста в артериальную и венозную фазу мы видим различные типы контрастирования, изоэхогенное контрастирование в первой фазе и неоднородное с вымыванием в центре контрастирования во втором случае, что и мы видим при видеофайле. В первом случае это оказалась узловая форма тиреидита, а во втором случае папиллярный рак минимальные размеры. Оценка эффективности лечения. Есть ряд статей, которые позволяют нам идти дальше. Это что мы можем проводить при доброкачественных преимущественных кистозных узлах, мы знаем это. И теперь некоторые авторы, которые при диагностированном папиллярном раке при размере меньше 10 мм есть хорошие результаты, применяют именно термоабляцию. Это наши коллеги из Китая и итальянские авторы. Мы видим на вот этом слайде, что есть минимальное образование, которое проводилось термоабляция. Вот введение контраста, вот зонд. Как раз применился контраст для осмотра, какая будет именно зона свободная от сосудов после абляции. И здесь через 3 месяца мы видим уже изохогенное образование с контрастной зоны. И через 6 месяцев в этой зоне не регистрируется кровоток. И в заключение хотелось бы сказать, что современные наши методики, это сочетание сонной эластографии и контрастной усиленной ультразвуковой УЗИ, может быть использован не только для висцеральной диагностики доброкачественных злокачественных узлов, но и уменьшение использования, возможно, тонкоигольной биопсии именно при узлах коллоидного типа, когда мы видим камерологическое содержимое и в B-режиме не можем ответить на вопрос, доброкачественное или злокачественное это образование. И дополнительные методики также могут, как я уже говорила, быть подозрительно злокачественными узлами перед тонкоигольной и биопсией. Также можем при сочетании с ней можем выявить более злокачественные участки, которые нужно пропунктировать. И также для оценки эффективности лечения после абляции. Спасибо за внимание.